В Новосибирской области стартовал цикл онлайн и офлайн встреч, посвященный мерам поддержки бизнеса. На первом мероприятии, состоявшемся в центре «Мой бизнес», об антикризисных возможностях рассказали представители Сбера. Все желающие смогли не только получить исчерпывающую информацию от первого лица, но также задать интересующие вопросы. Их было немало. Начинающие предприниматели в больших городах сталкиваются с большой конкуренцией. Им поддержка очень нужна не только в ковидные или санкционные времена. Она нужна не только сейчас, а в любое время, особенно тем людям, которые только-только начинают. Вот, и это касается непосредственно крупного города. Потому что, понятное дело, что предпринимательство – это всегда риски, это ты просчитываешь и клиентскую платежеспособность и так далее, и тому подобное. Но в любом случае конкуренция большая, и на начальном этапе, даже если у тебя очень крутой инновационный продукт, его очень трудно сразу рекламировать, сразу продвигать и тому подобное. Арсенал мер, принимаемый в поддержку предпринимателей, широк. Одна из самых популярных сегодня – программа льготного кредитования, по которой ставка для малых предприятий не превышает 15% годовых, а для средних не превышает 13,5%. Новосибирский Сбер уже получил в рамках этой программы господдержки более 1000 заявок. Но это еще не все. Так, в Сбере новые клиенты малого и микробизнеса, помимо кредитов с господдержкой, получат 4 месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг на обороты. Кроме того, бизнес-карты становятся бессрочными, а любые операции остаются доступными в полном объеме. Помимо того, что мы активно занимаемся кредитованием в рамках господдержки, также банк адаптирует и снижает комиссии по своим сервисам. Это начиная от расчетно-кассового обслуживания и заканчивая такими сервисами, как бухгалтерия онлайн, как юридические сервисы, проверка контрагентов и ряд других сервисов. Мы просто обнулили свою комиссию. Мы для новых клиентов даем возможность за 1 рубль в месяц обслуживаться в нашем банке по РКО. Также благодаря платформе InSales упрощается работа с онлайн-продавцами на маркетплейсах и в социальных сетях.